себе. То есть, когда команда плывет вот в лодочке, может быть, вот такой, как мы сегодня видели, шантимен запивает свой буклет и приглашает команду налечь на весла. Это французская шанти. Французская шанти, которая пришла к нам из французского флота, конечно же, там тоже есть, и шанти там тоже есть. Смысл этой шанти... Слово шанти — это от французского шанти. Да. Смысл песни каков? Конечно, группа, которая выступала перед нами, уже сказала, что матросы, сочиняя свои шанти, складывая свои куплеты, не стесняются в выражениях и морали особо не придерживаются. Конечно, кому-то нужно в флоте. Поэтому шантимен со всей своей французской душой поет: «Да здравствует девушка за 5 денье». «Да здравствует», говорит ей команда. Что говорит шантимен? «Тирон ле гарсон, сюр ле заверон». «Давайте, парни, наляжем на весла». И так они доплывают до берега, снижая, сбивая цену до всего лишь 1 денье. Предлагаю вам поучаствовать в этой прекрасной шанти. Припев у нее простой, несмотря на французский язык. Плывем! Tirant les garçons sur les nains.